В работе контактной группы по Украине есть прогресс. Об этом заявил представитель ОБСЕ после сегодняшнего раунда переговоров в Минске. Также состоялись встречи в рамках подгрупп. Шла речь о восстановлении железных дорог и энергосистемы Донбасса. В центре внимания политической подгруппы остается подготовка к местным выборам. На заседании по безопасности обсудили, как проводить разминирование. Еще одна тема – отвод вооружений от линии разграничения.